Привет всем зрителям моего канала. В этом видео я покажу вам замечательный набор 1996 года обиходных гривен. Я недавно писал посты в сообществе, обязательно заходите, смотрите фотографии о том, что хочу снять обзоры на наборы украинские обиходных денег. Вот это первый ролик на эту тему. Остальные я буду записывать по мере того, как эти наборы будут у меня появляться, так что если у кого есть второй на продажу, на обмен, пожалуйста, напишите мне, ссылочка будет в описании, в Telegram, Viber, потому что я готов купить и обязательно расскажу, покажу всем зрителям, как выглядят эти наборы. Итак, давайте приступим, у нас набор самый первый, было два варианта в картонке, вот как мы сейчас смотрим, и в полиэтилене, вот вы сейчас видите на своем экране. Значит, как он выглядит? Довольно дорогой альбом. Вот такие проходы сейчас по данному набору. И он открывается, конечно, довольно приятный на ощупь. Яркий, очень красочный. У нас идет описание монет Украины на двух языках. На английском, на украинском. Вот первые украинские, вот, скажем так, деньги. Да? Здесь мы видим гривну киевского типа. Она сделана такой вот печатью, очень красивой и даже фактурной. Очень хорошее состояние данных монет. Мы видим 1, 2, 5, 10, 25, 50 гривна и 2 гривны. Вот у нас обратная сторона. Мы видим, конечно же, 96-й год. Очень красиво, все в блеске, в штемпельном. Отличное состояние. Конечно, мы некоторые из этих монет можем встретить в обращении. Вот, например, покажу вам 50 копеек, которые, в принципе, да, вы можете встретить в обращении. Данная монета также из обращения. Но сильно большую ценность они не несут, потому что довольно большой тираж. Но все равно приятно. Порядка 30 гривен вот такая вот может стоить монетка 96 года, ну и, конечно же, от состояния. Еще есть несколько вариантов у них насечек, да, мелкая и крупная. Ну, понятное дело, что в таком состоянии она гораздо дороже стоит. Также можно встретить в обращении гривну. Вот у нас гривня 96 года, они бывают, там я показывал с немного большим сдвигом по градусам. А здесь она вот так вот тоже очень красиво, в таком блеске штемпельном. Я из оборота не встречал блески, я встречал начищенные, полированные, пастой Гоя, мытые, мылом, пастой. Но вот прям в штемпельном блеске, я думаю, очень сложно встретить из оборота. А также в обороте можно встретить и 25 копеек, и 10 копеек. Вот я вам показываю 10 копеек 96 года. Они конкретной ценности не несут, но я на всякий случай достал, чтобы показать визуально и рассказать, что они действительно есть. Конечно, самые ценные из оборота, которые вы можете встретить, это 1, 2 копейки и 5 копеек. Вот 5 копеек, которая была найдена в обороте, не лично мной. Но человек нашел ее в копилке, и она в довольно приличном состоянии. Я сразу же поместил ее в холдер. С этой монеткой еще и такая интересная история получилась, что мне ее отправили. Я на почте прихожу, открываю, а конверт пустой. Она девочкам сказала, что так и так. Они сказали, да вот это вы достали ее и так далее. Конечно, я объяснил, что тут у вас камеры, и давайте смотреть. Вот, позвонил продавцу, он сказал, да я вроде отправлял. Мы прям подумали, что почта начинает какие-то интересные игры с нами играть. И потом через где-то недельку мне продавец позвонил и говорит, вы знаете, я когда нес на почту, она у меня из конверта выпала, и он отправил пустой конверт. И все-таки потом мы с ним договорились, он отправил мне ее повторно той же почтой. С девочками я там также забавно ее распаковывал. Они сказали, ну что, монеты не будет. Я говорю, ну давайте посмотрим, должна быть. Так что вот такая интересная монета. Купил я ее в свое время в районе 300 гривен. Сейчас, конечно, они очень сильно выросли. В районе 900 гривен такая монетка может стоить. И 1-2 копейки тоже довольно редкие и тоже красивые. Вот смотрите, набор просто потрясающий, конечно. И стоимость его сейчас составляет, ну, порядка там 6 тысяч, в зависимости от состояния, насколько хорошая упаковка, конечно. Ну, по отдельности монет я вам сказал, какие можно поискать и положить к себе непосредственно в альбом. Друзья, я буду снимать на каждый
набор, вот такой вот обзор, показывать очень подробно, говорить про стоимости. Пожалуйста, у кого есть второй, третий, вы покупали кому-то на подарок, но остался, напишите мне, я с радостью у вас приобрету, покажу, обязательно передам вам привет в следующем видеоролике, как только покажу. Так что всем спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!